Здравствуйте, это программа «День города», в студии Валерий Седов. Смотрите в этом выпуске. Руины еще живого санатория. Как выглядит главная здравница региона? Родина героев. В городе прошла презентация проекта на тему Великой Отечественной войны. Символ победы. Кто поддерживает вечный огонь? История, которая больше года разворачивалась вокруг главной здравницы региона, санатория «Сосновый Бор», казалось бы, завершилась на благоприятной ноте. Его передали в собственность региона и пообещали восстановить. Как говорится, обещанного 3 года ждут. Однако через эти 3 года мы рискуем увидеть на месте здравницы руины. В каком состоянии находится санаторий сейчас и похоже ли, что его собираются восстанавливать? Ответы на эти вопросы в нашем следующем сюжете. Один из первых скандалов вокруг санатория «Сосновый Бор» разгорелся еще в далеком 2016 году. Тогда крупная сумма – 7 миллионов рублей, а это вся зарплата работников данного заведения, была потрачена на то, чтобы благоустроить окружающую территорию. Деньги людям выплатили лишь спустя 2 года. На сайте санатория «Сосновый Бор» сказано, что эти места окутаны тайной и памятью истории. Спустя столько лет эти слова не потеряли актуальность. Снаружи здание выглядит загадочным и одновременно чарующим, а природа вокруг притягательна и в той же степени пугающая. Тем, что уже почти год здесь практически никого нет. За моей спиной речка Старица – один из важных пунктов рекламного буклета санатория. Когда-то для того, чтобы искупаться здесь, вам нужен был сопровождающий. Теперь это еще один необжитый пляж Рязанской области. Рядом с рекой есть импровизированный песчаный пляж и навес, под которым могли прятаться отдыхающие. Теперь эти места лишь хранят воспоминания того далекого времени. Пешеходная дорожка, облагороженная кустами, ведет к клубу. Раньше здесь выступал и Рязанский государственный народный хор, и российский вокальный ансамбль «Отрада». А теперь потолок из пенопласта рушится, а крыша протекает. От былой славы здесь осталась только стойка от микрофона. Сложно представить, что всего несколько лет назад здесь танцевали и веселились люди. А рядом красивая площадка и мост для прогулок. Ходит легенда, что если пройтись по этому мосту и загадать желание, то оно обязательно сбудется. С 2001 года это место привлекает молодые пары. Здесь уже висят несколько замков новобрачных. Правда, за последние несколько лет сам мост, как и санаторий, потерял былую славу. Чуть дальше – спортивные и детские площадки. Площадка для игры в волейбол и большой теннис, современное покрытие и новейшее оборудование – все это в шаговой доступности для отдыхающих санатория. А теперь, спустя всего 2 года, здесь практически не ступает нога человека. Самое пугающее творится внутри санатория. Он рассчитан на 500 человек, в нем 250 номеров. Сауна, парикмахерская, библиотека и игровая. Теперь от этих комнат остались только названия. Под ногами – осколки стекла, а в помещениях раскиданы бумаги. Некогда красивое место стало излюбленным у сталкеров. Людей, которым нравится исследовать заброшенные места. Иначе этот санаторий не назвать. В 2017 году он перестал функционировать. За долги здесь отключили газ и воду. Следователи арестовали имущество санатория, а именно 10 транспортных средств и земельный участок на сумму более 16 миллионов рублей. После этого санаторий «Сосновый Бор» закрыли на неопределенный срок. По данным интернет-порталов, в декабре 2017 года здание передали областному фонду поддержки индивидуального жилищного строительства. Фонд является некоммерческой организацией, единственным учредителем которого выступает правительство Рязанской области. На момент передачи санаторий находился в процедуре банкротства. Николай Любимов сообщил, что оно должно функционировать как лечебно-профилактическое учреждение. С того момента прошло 5 месяцев. Снаружи комплекс зарос травой, а внутри его продолжают хозяйничать вандалы. Однако с 8 мая 2018 года имущество передадут собственнику. По поручению правительства региона обеспечение охраны объекта поручено областному фонду поддержки индивидуального жилищного строительства. Так что есть вероятность, что в скором времени это место вновь засияет былыми красками. А пока что эти кадры больше напоминают вымершую Припять, нежели Рязанскую область. Валерий Седов, Олег Парамзин, телекомпания «Город». Все мы знаем слова, которые принадлежат великому полководцу Александру Суворову. Войну нельзя считать законченной, пока не похоронен последний солдат. Спустя 73 года с окончания Великой Отечественной войны поисковики продолжают находить тела бойцов, оставшихся в земле. С очередной экспедицией вернулись курсанты Академии ФСИН России. Рязанские поисковики вместе с коллегами из других регионов нашли останки более 300 красноармейцев. Раскопки проходили менее месяца назад в Орловской области. В них принимали участие и курсанты Академии ФСИН России. Для Дмитрия Дорошенко это не первые раскопки. Он более 5 раз становился свидетелем того, как погибшие герои находят место своего упокоения. На этот раз курсанту самому удалось найти погибшего солдата. Молодой человек признается, была и радость, и слезы. Уж очень близка ему эта тема. Его прадед погиб на войне. Больше
всего мне в раскопках запомнилось то, что когда мы поднимали солдата, мы нашли медальон смертный, естественно, останки, личные вещи солдата. И мы передали медальон на экспертизу, тем самым экспертиза в ближайшее время установит, откуда солдат, где воевал, какой фронт. И тем самым мы узнаем судьбу солдата и постараемся в дальнейшем передать останки родственникам. Дмитрий является активистом военно-патриотического клуба «ФСИН России «Поиск», которым руководит Виктор Луканин. Виктор считает, что переоценить эту деятельность сложно. Каждый герой достоин памяти. Для всей страны важно, чтобы все, кто погибли в годы Великой Отечественной войны, кто совершил свой подвиг, чтобы они были с честью захоронены. Вот. И также это важно для родственников этих красноармейцев, чтобы знать их судьбу, чтобы можно было прийти на их место захоронения, положить цветы. Для того, чтобы вернуть имя безвестно канувшим в историю советским воинам, курсанты Академии изучают архивные документы, принимают участие в раскопках и встречаются с родственниками погибших. Не забывают они и про живых. Ветеранам Великой Отечественной войны особое внимание и почет. По словам Виктора Луканина, планов у военно-патриотического клуба «Поиск» много, а работы еще больше. Мы планируем в ближайшее время продолжить поисковые работы на месте падения самолета в селе Агропустынь, вот, а также проверить информацию, что на территории Сасовского района тоже есть обломки самолета. Вот, необходимо обнаружить их, идентифицировать и определить судьбу экипажа. Благодаря молодым ребятам без вести пропавшие солдаты вновь обретают дом, а родственники находят своих героев. Мария Рудая, Юлия Пятницкого, телекомпания «Город». В Рязанской областной библиотеке имени Горького прошла презентация проекта «Родина героев». Его авторами выступил коллектив газеты «Комсомольская правда» в Рязани. В чем суть данного проекта и как проходила его реализация, расскажет Ирина Ковалева. Буквально на днях в этом зале журналист газеты «Комсомольская правда» в Рязани Евгений Баранцев презентовал свою новую книгу «Рязань. Обратная сторона фронта». Она стала продолжением другого труда, выпущенного в прошлом году под названием «Рязань. 12 эпизодов войны». По словам автора, эта книга, так же как и предыдущая, рассказывает о жизни нашего города во время Великой Отечественной войны. Здесь рассказано и о работе госпиталей, и о немецких разведотрядах, которые перешли границу современной Рязани, и о знаменитом советском писателе Константине Симонове, который провел детские годы в Рязани, живя здесь и учась в нынешней школе номер 2, о его отношениях с одноклассниками, которые он продолжал на протяжении всей жизни, о роли Рязани в его военных произведениях. Ну, в общем, собран самые разные эпизоды, так или иначе связанные с городом Рязани, и все они, естественно, связаны с войной, Великой Отечественной войной. Книга дополнена иллюстрациями художника Александра Сырова, а также уникальными архивными материалами, среди которых снимок поселка Дягилево, сделанный немецкой разведкой 15 сентября 1941 года. Однако, помимо работы над книгой, Евгений Баранцев и его коллеги в преддверии годовщины Великой Победы решили проверить бытующее в нашем регионе мнение о том, что Рязанская земля дала стране больше всего героев Великой Отечественной войны. Так и родился проект «Родина героев», презентация которого прошла в библиотеке имени Горького. Изначально мы планировали делать просто статью, материал, но когда столкнулись с этой проблемой, со системой как таковой, то выяснилось, что никто и никогда не считал героев Советского Союза применительно к разным регионам, и уж тем более никто не считал их применительно к тем регионам, где они родились на момент рождения, потому что вы знаете, что в первой половине 20 века административно-территориальное деление, оно изменялось постоянно, и какие-то районы, города переходили из одних территорий в другие, из одного региона в другой. И только когда журналисты взялись за реализацию проекта, они поняли, что такую колоссальную работу им не выполнить в одиночку. На выручку пришли сотрудники библиотеки имени Горького, которых данный проект заинтересовал не столько возможностью подсчитать количество героев-рязанцев, сколько идеей объединить этой работой различные регионы и даже страны, которые раньше входили в состав Советского Союза. Объединить ее для того, чтобы те далекие страны, к сожалению, некоторые очень далекие сегодня, хоть и находятся совсем рядом, и территории, некоторые из которых пытаются откреститься от победы и от своего участия, или занять какое-то очень сомнительное место во всей этой истории, напомнить о том, что это не так,
что наша вся страна воевала тогда, объединенная общим стремлением победить фашизм. На протяжении 3 месяцев порядка 30 человек работали с 13 тысячами фамилий и систематизировали их по регионам, причем сразу в 2 временных плоскостях, то есть выясняли, где родился герой и к какому региону относится этот населенный пункт в настоящее время. На сегодняшний день работа продолжается, и на презентации проекта подведены только промежуточные итоги. По состоянию на 2018 год, в те границы, в которых сейчас находится Рязанская область, по числу героев Советского Союза, которые родились на этой территории, область входит в первую десятку. Она занимает ровно 10-е место. Конечно же, тем, кто работал над проектом, важно не распределение регионов в соответствии с количеством рожденных там героев. Важно то, что таким образом они смогли почтить их память и открыть новые имена рязанцев-героев Великой Отечественной войны. Ирина Ковалева, Олег Парамзин, телекомпания «Город». Вечный огонь является символом победы советского народа в Великой Отечественной войне. Но мало кто задумывался о том, что поддерживает это пламя. А горит оно благодаря рязанским газовикам. «Рязаньгоргаз» завершил работы по подготовке вечных огней к Дню Победы. В зоне ответственности компании 3 мемориала, расположенных на территории города Рязани. Из них 1 на площади Победы. Здесь он действует постоянно. Остальные включают только во время проведения праздничных мероприятий. Специалисты «Горгаза» заботятся о вечных огнях круглый год. Регулируют и смазывают запорные устройства, регулярно проводят продувку и опрессовку системы. Подкрашивают газопроводы. Перед 9 мая подход особенно тщательный. Нужно убрать все засохшие цветы и накопившиеся мусор, почистить от нагара горелки, вымести и вычистить площадку, где расположен вечный огонь. Эти работы проводят специалисты аварийной службы одного из самых значимых подразделений предприятия. Вечный огонь на площади Победы в 1954 году в составе целой группы заслуженных людей зажигал газовик, фронтовик, как раз работник аварийки. Строили его также с участием газовиков. Мы как раз монтировали всю систему, связанную с газом. Это была очень серьезная и сложная задача, потому что в это время это был бесценный опыт проведения таких мероприятий. Технические работы на площади Победы проводятся только ночью. На это время пламя вечного огня переносят в специальную капсулу, а потом зажигают вновь. Для газовиков поддерживать пламя вечного огня – это не просто работа, а почетная обязанность, которую они с гордостью исполняют. Мария Рудая, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». За прошедшие сутки на дорогах Рязанской области зарегистрировано 3 дорожно-транспортных происшествия, в результате которых 5 человек получили травмы. В регионе произошло 25 ДТП с причинением материального ущерба автовладельцам. Инспекторами дорожно-патрульной службы ГИБДД выявлено свыше 11 тысяч нарушений правил дорожного движения. Задержано 6 водителей в состоянии опьянения. Днем 7 мая в Скопинском районе на автодороге М6 Каспий произошло ДТП, виновником которого, по предварительным данным, стал местный житель. Он двигался в сторону Тамбова и, по словам сотрудников госавтоинспекции, выполнил разворот, не убедившись в безопасности своего маневра. Из-за недосмотра произошло столкновение с другим автомобилем. В результате столкновения водитель автомобиля ДНХ доставлен в медицинское учреждение. Медицинская помощь также понадобилась 2 пассажирам данного автомобиля – 27-летней женщине и годовалому ребенку. Транспортные средства получили механические повреждения. По факту ДТП проводится проверка. Все обстоятельства уточняются. В этот же день в городе Рязани на улице Октябрьская вблизи дома 60 произошло ДТП с участием пешехода. По предварительным данным, 60-летняя женщина двигалась по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП женщина доставлена в медицинское учреждение. Водитель с места происшествия скрылся и впоследствии сотрудниками ДПС ГИБДД был задержан. При общении с водителем инспекторы ГИБДД обнаружили, что у гражданина имеются характерные признаки алкогольного опьянения, а именно устойчивый запах алкоголя изо рта, резкое покраснение кожных покровов лица. По результатам освидетельствования у водителя было установлено 0,757 промилль алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. На водителя составлен административный материал, по рассмотрению которого гражданин будет привлечен к ответственности. На следующий день, 8 мая, ситуация на пересечении улиц Бирюзова и Интернациональной вновь обострилась. Про вечные пробки говорилось не раз. Вереница машин тянется в обе стороны. Ситуация обострилась тем, что на дороге произошло сразу несколько ДТП. Стоит ли говорить, что водители стояли в пробке куда дольше? Изменится ли когда-нибудь ситуация на этом перекрестке, пока неизвестно.
О кадровых перестановках в правительстве заявил губернатор Николай Любимов. Они коснулись заместителя председателя правительства Рязанской области Олега Булекова, министра промышленности и экономического развития региона Светланы Горячкиной. 8 мая в ходе заседания регионального правительства было объявлено, что Олег Булеков займет пост советника губернатора по развитию потребительской кооперации. Напомним, что в сентябре 2017 года Олег Булеков покинул пост главы администрации городской области. Коснулись кадровые изменения и Светланы Горячкиной. Теперь она исполняющая обязанности заместителя председателя правительства Рязанской области, курирует экономический блок. Утвержден после согласования с федеральным ведомством в должности министра природопользования Рязанской области Сергей Абрамов. Ранее он исполнял обязанности руководителя этого ведомства. Николай Любимов вручил Олегу Булекову, Светлане Горячкиной и Сергею Абрамову служебное удостоверение. Продлен прием документов для участия в праймерис «Единой России». Желающие стать кандидатами от партии могут подать документы в региональный и местный оргкомитеты до 15 мая. В этом году избирательные кампании пройдут в 20 муниципалитетах. Подробности далее. Студенты, активисты общественных организаций, представители молодежи и действующие депутаты подали заявки на участие в праймерис «Единой России» на выборах в Рязанскую городскую думу. Всего более 100 человек. Каждый хочет изменить жизнь людей к лучшему. Увеличение продолжительности жизни, создание комфортной городской среды, единство и патриотизм общества. Вот три основных направления, по которым пройдут дебаты кандидатов. Артем Никитин решил принять участие в праймерис для того, чтобы представлять в органах законодательной власти интересы молодежи. Он уверен, что именно молодое поколение способно внести инновации в повседневную жизнь города. А самое главное, они готовы работать на благо родного края. Разные сферы, да, это и благоустройство. В рамках работы молодой гвардии за последние годы у нас появился сквер молодежный и сквер Победы на пересечении Кудрявцева и Чапаева, Яблоневый сад. В рамках досуга, опять же, много мероприятий, которые мы готовы продолжать делать в нашем городе. И абсолютно все сферы мы готовы затронуть и свои идеи предлагать сегодня рязанцам. Еще один представитель молодежи, который решил принять участие в праймерис, Андрей Цветков. Сейчас действует федеральный закон об образовании в Российской Федерации. Мы активно работали, принимали участие в тех поправках, которые были внесены. То есть над законом работали там чуть ли не с 2011 года. И вот могу так немножко похвалиться, что поправка, вот, которая была подана при общественном обсуждении этого закона о том, что студенты должны именно бесплатно получить зачетную книжку и студенческий билет, она прошла и в итоге заняла свое место в одной из статей этого закона. После регистрации кандидаты должны принять участие не менее чем в двух дебатах и проведут встречи с жителями города. Мария Рудая, Олег Парамзин, телекомпания «Город». В преддверии светлого торжества Дня Великой Победы коллектив телекомпании «Город» поздравляет всех жителей нашего региона с этим праздником. Напомним, 9 мая на площади Ленина состоится торжественный парад. Также его вы можете увидеть на нашем официальном сайте город62.tv и в группе в соцсетях. А на этом я с вами прощаюсь. Хорошего вам дня и до встречи в эфире. Мама спит, она устала, в пробках 2 часа стояла. До работы далеко, добираться нелегко. Каждый день ее я жду. Грустно мне бывает, потому что мамочки мне очень не хватает. А папа наш пришел с букетом и сказал нам по секрету. Будет времени в запас, переезжаем в Еврокласс. Это в центре, здесь все рядом, всей семьей мы очень рады. Хочешь стать одним из нас, заселяйся в Еврокласс. Строительная компания «Зеленый сад». Природа ближе, чем вы думаете. Коттеджный поселок Дубровка. Всего 10 минут от города. Телефон 52 53 54. Thank you.